один раз это вообще. Одного раза не стал. Мне повезло, что все равно будет. Можно немножечко поснимаю? Можно здесь, можно. Давай сейчас. Да, да, все получится. Давай, парни, можно я попробую? Грунт я попробую там, да? Она нежная такая, ее как бы сломать. ДВП-шка? ДВП-шка, да. А прям нежненькая такая. Качество не очень хорошее. Ну мы отходы из отходов взяли. Ну надо из хорошего брать, а вы из отходов везете. Экономить надо. Надо самую худшую попробовать. Худшую всегда можно сделать. Дважды лишь бы не пришлось платить. Мы же проверить все равно должны. Чтобы и с хламом можно делать, да? Барсистка. Она очень такая. Вы самый подготовленный для этого приехали. Полный пункт. Да, да, молодцы. Вы на машине или на самолете? Самолет. Я считаю, видишь? Из плохого сделали хорошее. А так бы эти обрезки выкинулись бы, да? Мусорный бак. Мы не умеем выкидывать ничего. А, идеально. Сломал день. Сильно нагнул. Ну, в общем, надо приладиться все равно. Это знаешь, она пластиковая. Грунт давай посмотрим. А где у вас шлифованная? Я 20 лет тому назад ходил,
Бог нас ведет. Он задал мне, говорит, что это из нас. Цветов убивать. Переворачивайтесь, она уже в эти углы залазит. Я смотрю, вот этот, а? С той стороны убирайте, с этой стороны убирайте. Понял. Ну, то есть прилазит человек, будет стоять, который, он это руку набьет. Это вручную, вам главное же, маму проверить, а потом, чтобы... Да, и уже он увидит. И глаз уже наметан будет, он будет знать, куда посмотреть. Либо один будет стоять, либо два. Да, да. Ну вот у вас, допустим, вот эта внутренняя часть, она же у вас большая. Вы спокойно, вот. Все вот эти вот торцы. Это тоненькая деталь. А вот эту вот большую деталь, ее можно...